Представители фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа поздравили активисток местного отделения партии с 8 марта. Единороссы вручили женщинам почетные грамоты, цветы и высказали теплые пожелания. Депутаты Мособлдумы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков также поздравили коллектив женской консультации Одинцовской областной больницы с Международным женским днем. Вручили им цветы, поблагодарили за благородный труд и пожелали крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия.